Добрый день всем, кто смотрит данное видео. Данное видео я записываю в качестве видеоанонса к своему блогу. Блог посвящен простому заработку в интернете. Он предназначен в первую очередь для новичков, но вполне возможно, что и продвинутые пользователи интернета, кто уже попробовал себе в интернет-заработке, почерпнут что-то новое в моем блоге. В этом видеоанонсе я представлю несколько проектов, на которые я рекомендую вам обратить особое внимание именно в первую очередь. Вот начнем с вот этого проекта, который называется vipip.ru. Этот проект доступен всем, начиная от школьника и заканчивая пенсионером. Что здесь надо будет делать? Значит, здесь есть два варианта. Есть вариант исполнителю и вариант рекламодателю. То есть, поскольку мы говорим о заработке в интернете, то и заработке в интернете для новичков, то в первую очередь, конечно, вы хотите заработать. Причем заработать как бы сразу, быстро, не особо углубляясь в какие-то детали. Поэтому вам необходимо будет зарегистрироваться в данном проекте вначале как исполнителю. И вы сможете уже сразу, буквально в первые дни, зарабатывать небольшие, но вполне реальные деньги. Значит, об этом проекте у меня есть видео снято, как в нем правильно зарегистрироваться и как в нем работать. Поэтому детально сейчас я не буду останавливаться на этом проекте. Хочу вам сказать, что единственное, что заходите в этот проект, регистрируйтесь. Ссылочки все будут в блоге, под видео будут. Я думаю, никто из вас, кто зарегистрируется, сожалеть об этом не будет. Проект реально платит. Он работает с таким надежным партнером, как платежная система WebMoney. Это дополнительная гарантия тому, что это серьезный проект. У этого проекта очень серьезные рекламодатели, крупные сетевые компании. Кроме того, освоившись в этом проекте как исполнитель, вы вполне можете развить себя в направлении как рекламный агент. Тогда уже и речь о доходах пойдет совершенно другая. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую вам зарегистрироваться в этом проекте. Это совершенно бесплатно, вы ничем не рискуете, вы только приобретаете. Так, пока достаточно об этом проекте, о нем еще будет отдельная страничка в моем блоге, поэтому заходите, смотрите, следите за новостями. Переходим к следующему проекту, который я хочу вам порекомендовать. Еще раз скажу, что все проекты проверены лично мной. Я вам даю 100% гарантию, что здесь никакого нет лохотрона, кидалова и так далее, что здесь вы реально можете заработать и вывести заработанные вами деньги. Следующий проект называется etxt.ru. Это биржа статей, если говорить простым языком. То есть в этом проекте вы можете как покупать, так и продавать статьи. Тут для того, чтобы работать в этом проекте, надо немножко уметь формулировать свои мысли грамотно, излагать их в письменном виде. Тут тоже могут работать все, начиная от школьника и заканчивая пенсионером. Важно для этого, чтобы у вас были какие-то навыки написания статей, хотя бы на уровне написания изложений и сочинений средней школы. Значит, я в этом проекте совсем недавно, где-то с начала июня, порядка 3-4 месяцев. Проект реально дает возможность заработать, реально выплачивая деньги. Кому еще будет этот полезен ресурс? Значит, филологам, переводчикам. Здесь часто требуется сделать переводы с русского на английский, с английского на русский, с других языков. Если у вас есть большой опыт в какой-то отрасли, например, строительство или автосервис,
или просто вы увлеченный человек, у вас есть хобби, и у вас есть информация, которую вы можете поделиться с друзьями, и не только с друзьями, со всеми людьми, вы смело можете здесь регистрироваться, писать статьи, как на заказ, так и просто по своему желанию, усмотрению, по своим любимым темам, выставлять их на продажу. И я вам гарантирую, что большинство этих статей будет раскупаться. Ну, если, конечно, вы не будете слишком задирать на них цену. Итак, проект очень хороший. На нем очень неплохо можно заработать. Даже можно этот проект превратить в источник постоянного дохода и работать на нем так уже профессионально. Многие фрилансеры, то есть те люди, которые занимаются свободной работой, которые работают в интернете, они сотрудничают с этим сервисом. Тут есть много разных фишек, о которых мы также будем говорить на отдельных страничках моего блога. Так, перехожу к следующему проекту, который я вам настоятельно рекомендую. Этот проект называется Top Leaders. Этот проект, ну, он просто, как принято говорить, взорвал мой мозг. До недавнего времени я как бы его обходил стороной. Я часто видел рекламу этого проекта, но обходил его. Здесь я к нему снова вернулся, потому что, ну, примерно месяца два назад я задумал продвигать свои услуги в сети интернет, в соцсети ВКонтакте. Я создал свой аккаунт, вот, и передо мной возникла проблема. Мне нужно было заявить о себе, чтобы обо мне узнали, продвигать свою страничку. Рассказал знакомым, друзьям, я сумел подписать там порядка 6-7 человек. Потом я вспомнил о существовании вот этого вот проекта Top Leader и зарегистрировался. Значит, что дает этот проект? Вы можете в нем зарегистрироваться и работать, набирать себе подписчиков на свою страницу ВКонтакте совершенно бесплатно. Кому будет полезен этот ресурс? Значит, тем, у кого есть какая-то своя страничка. Ну, человек, к примеру, хочет, чтобы у него было в друзьях там 200, 300 человек, 400 и так далее. Может быть, кто-то ведет свой бизнес через соцсеть ВКонтакте. Этому человеку еще более важно иметь большое количество подписчиков. Как можно больше, чтобы информация о нем распространялась в соцсети. Вот именно таким людям и будет нужен вот этот вот проект Top Leader. Итак, я уже сказал, что участвовать в этом проекте можно совершенно бесплатно. Я вот просто покажу, я зарегистрировался в этом проекте 11 октября. Вот буквально в первый день я сделал скриншот, то есть на этот момент ко мне уже подключилось несколько человек через эту систему Top Leader. И у меня вот было 13 друзей. Сейчас посмотрим еще один промежуточный вариант. Вот скриншот, он сделан 13 октября. У меня уже 79 здесь человек в друзьях. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько у меня на сегодняшний день друзей. Напоминаю, что сегодня у нас 14 октября, то есть прошло еще не полных 5 суток. У меня 108 друзей уже ВКонтакте, 108 друзей. То есть вы видите, за 5 дней у меня количество увеличилось более чем в 10 раз. При этом я еще раз обращаю внимание, что это я делал в совершенно бесплатном режиме. Но кроме того, что здесь есть такой вот бесплатный режим, где можно наращивать себе количество друзей, тут также имеется и возможность купить VIP-аккаунт всего за $10. Согласитесь, не такая уж большая сумма. Оно того стоит. Пока что я вот сейчас еще не
купил себе VIP-аккаунт. Ну, буквально сегодня я это сделаю. Я запишу этот ролик, как это будет все происходить. И посмотрим, что у меня будет получаться в дальнейшем с этим проектом. Ну, в любом случае, я думаю, что я ничего не прогадаю. И эти $10, которые я вложу, окупятся многократно. Так, ну что-то компьютер работает медленно. Итак, следите за новостями. Я буквально этому проекту в ближайшие дни уделю внимание. Ну вот, как видите, вот открылась страница. У меня сейчас не куплен VIP-аккаунт. На балансе у меня 0. Вот. Значит, я запишу ролик и покажу вам, как это делается. И потом буду дальше отслеживать, как будет развиваться ситуация. Также буквально вкратце несколько слов. Какие еще я вам рекомендую сервисы для того, чтобы начать свой интернет-бизнес? Ну, это три брата-близнеца, сервисы активной рекламы, SEO Sprint, Profit Center и SEO Fast. Значит, все они очень похожи между собой, все они проверенные, реально платят деньги. Им также будет посвящена отдельная страница в моем блоге. Ну, еще хочу вам представить вот такой проект. Это тоже старожил, ему уже больше 10 лет. Как видите, он создан в сентябре 2004 года. То есть ему уже 11 лет и 1,5 месяц. Проект реально платит деньги, на нем можно зарабатывать. Тоже подробней на отдельной странице в моем блоге. Пока на сегодня все. Спасибо. Все ссылочки на указанные мной ресурсы будут в моем блоге и также под этим видео. Всем удачи. Подключайтесь. Присоединяйтесь в мою команду. Да, забыл сказать. Все вот эти проекты, о которых я вам сейчас говорил, имеют партнерские программы. Все эти проекты работают с платежной системой WebMoney. Всего хорошего, хороших всем заработков. Жду вас на страницах своего блога, а также подписывайтесь на мой канал на YouTube.